Я нахожусь всего в селе Игнатьево Московской области. Тут располагается очень красивый храм. Вот смотрите сами. Очень красивые места вокруг и красивый храм. Здесь я еще ни разу не был, вот хочу вам показать это место. Это, конечно же, не монастырь, но храм очень красивый сам по себе. Вот смотрите сами. Сейчас я к нему только еще подхожу, еще полностью не подошел. Сейчас подойду поближе и покажу вам полностью вид. Это еще пока только здесь, недалеко от монастыря, здесь находится кладбище. То есть недалеко от храма, здесь находится кладбище, здесь написано служебный вход, а сам храм находится там дальше. Вот его пока здесь не видно. Сейчас дальше вы все увидите. Так, вот сам храм. Это здесь всего Игнатьево, еще раз вам напоминаю, Московская область. Храм очень красивый, вы смотрите сами. Это здесь начинаются основные ворота храма. Вот, смотрите сами. Вот смотрите сами, какая красота. Смотрите в камеру, куда снимай. Вот смотрите, какой большой храм. Достаточно большой и красивый храм тут. Показываю полностью вид. Вход у них располагается с другой стороны. Там написано табличка. Храм очень красивый. Да, вот здесь находится вход уже в сам храм. Вот. Такой вот храм. В селе Игнатьево, под Москву.